Добрый день, коллеги! Сегодня я хочу вам показать инжир сорта финиковый неаполитанский. Ну, сейчас я показываю весь кустик. Он небольшой, порядка 2 метров, всего один. Очень тяжело и долго приживался. Был очень такой слабенький саженец, но вырос. Урожай дает 3-й год. Позапрошлом году было штуки 3-4, в этом году вот уже десятка-полтора. Но пока не блещет урожайность, скажем так. Вот мы уже видим, фигушки созрели. Вот она мягенькая, сейчас будем ее рвать, пробовать. Давайте покажу лист. Вот такой вот он, трехлопастной. Есть цельный лист, лопатой. Это вот тоже трехлопастной. Размеры разные, есть до 30 сантиметров. В этом году особенно они большие. Но есть небольшие. Вот видите, вот лопатка сантиметров 10-12, не больше. Ну вот сегодня срываю только первые фиги. Сейчас будем пробовать. Вот видите, здесь листья убрал, чтобы лучше видно было фигушки. Я вот видел, на Украине показывают финиковые. И вот смотрите, пожалуйста, финиковый у меня в саду. Видите, если брать описание из монографии аренд сорта инжир НБС Ялта, то вот этот финиковый, вот эти фигушки, гораздо более походят на то описание, которое дают нам специалисты Ялта. Вот сейчас я пытаюсь разорвать фигушку. Вот такая она симпатичная. Сегодня ветер у нас шумят деревья. Вот смотрите, пожалуйста, это ее мякоть. Ну и сейчас я, наверное, скажу, даже чуть-чуть, наверное, перевисела денек, наверное. Вот уже видно коричневое там возле глазка зерна, коричневая мякоть. Я думаю, это на вкус сильно не отразится. Ну и даю оценку, как всегда. Вот еще одна фигушка созрела, будем сейчас срывать. Шикарный вкус. 5 баллов, смело, как и отмечали этот сорт. Ялте, МБС. Там тоже дали самые высокие оценки за вкусовые качества. Думаю, со временем у меня вкус окрепнет, урожайность повысится. Ну и задумаю, заведу себе еще такой кустик один на участке. Очень уж шикарные фигушки. Ну, как они выглядят. Не крупные. Где-то до 40 грамм, не больше. Но вкуснятина. Спасибо за внимание.